И значит, как я говорил в конце прошлого видео, я за кадром здесь переодел на, значит, своих тех, кого я забрал из гарнизона, и мира, вот Лизалит, Низар, Джеремус, Борча. И еще создал я, значит, 5, сделал 5, значит, это из блудниц 5 тяжелых стрелков. Это от Натали, Грейс, Элла, София и Жасмин. Набрал на них это самое. А 5 тяжелых стрелков, значит, мужского пола я оставил в гарнизоне. Ну вот они, значит, С, Девин, Карт, Самуэль, Джулиан. Мне сейчас не нужны будут особо стрелки, потому что я буду сражаться с киргитами. А с киргитами, короче, как получается, значит, ну там нужны будут особо не стрелки, а конница больше. Поэтому я буду все-таки как-то конную армию, да, тут такое. Ну, значит, кое-кого я заберу отсюда, наемников. Наемников. Да, я нанял еще 50 городских ополченцев у этого самого, у начальника городского ополчения, которых бросил сюда, пусть они здесь будут. Ну, кто из них получится, особо не интересно, там лучники, пехотинцы или какие-нибудь всадники, без разницы. Здесь есть конные воины, вот они, 20 человек, конные наемники у меня здесь есть, конные стражи, которых я оставляю здесь, сестер меча, конных налетчиков, я не знаю, я, наверное, наверное, заберу конного налетчика. Здесь тяжелые всадники, значит, вот заберу сараницких дезертиров, охотников за караванами, это как раз такие ребята, которые будут воевать с хиргитами. Ну и что здесь, гвардейцев, значит, личного круга, и у меня здесь осталось, значит, хиргитские конные наемники, но я не смогу их забрать, потому что они не влезут ко мне в отряд. Поэтому я, наверное, хиргитов здесь оставлю, заберу их в следующий раз. Здесь карахиргиты еще есть, хотя, в принципе, если я оставлю вот этих ребят, то я, наверное, заберу наемников. Хиргитских конных наемников я заберу. Ну, чисто из-за того, чтобы собрать всех наемников в одном месте и наемный хиргитский конный лучник-наемник тоже заберу. Метки, ну, вот этих пока что я оставлю, вот этих вот конницу, эту такую всякую, пусть будет какая-нибудь здесь на расход конница. А этих конных наемников свезу в одно место и... Там я возьму, значит, этих самых лучниц гвардии, посажу на коней и посмотрим, что из этого выйдет в битвах с хиргитами. Пока что я еду в Венгард. О, блин, мне надо было этот... Забыл я. Ну ладно, может, встречу какой-нибудь другой караван. Так, особенно посмотрю по вещам, что у меня тут делается. О, у меня тут кое-что есть еще и продать. Но это с тех девок, которых я делал, то они там остались кое-какое шматье. Братья попадают в плен к киргизским. Ага, Тредиан тут. Ну, я еду в Венгард. Перемирие между княжеством Вигирова и королевством Нордов подошло к концу. Перемирие между хиргитами и саранидами подошло к концу. Караван, кого хочешь, выбирай. Ну, наверное, я грохну этот караван. Сначала я с ним поторгую, потом я его разгромлю. Угу. Ну, я хочу торговать с тобой. Ну, здесь указание, что... Ну, вот это вот, вот эту мелочь я ему продам, этому каравану. Назад, продолжить. Так, ну и теперь я, короче, на этот караван нападу. Караван. Угу, то, что нужно. Давайте все деньги и ценности, конечно, граблю. Атаковать противника. Конницу я, значит, верхом. Кто там у меня пехота? Кто это? А, свадийский тяжелый местник, которого надо продать. Ну, пусть бегает. Может быть, какая-то польза от него будет. Охране каравана убит ударом бомбайта, ударом саманта, убит.
Понятно, что караван не может нам противостоять. Тут такое дело. Естественно, это всего лишь караван. Хотя, конечно, я разговаривал с товарищем. Конечно, сначала был очень недоволен тем, что я нашел способ, как достаточно легко взять шариц. Ну, достаточно легко. Не сказал бы, что это было очень легко, но достаточно легко. Ну, и потом он, конечно, настроение у него исправилось. Он сказал, что это, конечно, все начальная версия. В дальнейшем, конечно, все будет гораздо сложнее. Но я не представляю, насколько это будет сложнее. И как это будет гораздо сложнее, если это было уже достаточно сложно вообще. Да, пришлось провести целую такую операцию, чтобы захватить этот самый шариц. Не прокачать там каких-то 50 сладийских этих самых рыцарей и 50 норских хускаров, а провести серьезную такую операцию. Так, у нас есть охранники каравана, караульные, а конных лучников и хирийских всадников мы продадим. Так, готово. Доступ к вещам и, в общем-то, конечно, свежая. Не понял, почему она была не свежая, а теперь стала свежей после нападения на караван. Вот это непонятно. Сыр, свинина и говядина. А тут оно какое-то не свежее. Ну ладно, у нас есть альспис и элитный кавалерийский щит. Мы его пока возьмем. Хирийский скакун есть. О, это хорошо. Так, хирийская. Угу. Собрать 29 из 30 вещей. И мы едем, значит, к нам в Вингард. Дом, милый дом. Свадийские застрельщики, арбалетчики. Так, а что у них там в плену кто? Свадийский всадник, свадийский легкий всадник. Ну, можно было бы, конечно, из свадийских этих застрельщиков, арбалетчиков просто взять, убить. Ну ладно, пусть пока бегают. В общем-то, не хочется за ними гоняться лишний раз. Мелкие такие. Может, я и не прав, но ладно, пусть бегают. Пусть в следующий раз. Угу. Здесь я буду управлять гарнизоном. Здесь я отдам, конечно, всех этих хирийских конных наемников. Я отдам здесь саранийских конных наемников, свадийских конных наемников и хирийских конных лучников наемников. Гвардейцев личного круга я тоже отдам. Так, а кого же я возьму? А возьму-ка я, у меня тут есть людоловы. Ну, людоловы у меня достаточно. Я вообще ставлю их 70, но не больше. Этих ребят я буду продавать. Этих я сейчас продам. А здесь оставлю охранников караванов и караульных. Пусть пока будут здесь. И возьму, значит, у меня есть 12 лучниц гвардии. Ну, возьму я В общем, можно было попробовать нанять этих блудниц. Я сейчас попробую. Так, хирийских конных лучников я не готова. Я сейчас зайду в форт и просто их продам своему работорговцу. Угу. Торговец. Так, я им продам, значит, этих хиритов. Готово. Ну, а теперь буду управлять гарнизоном. Значит, заберу блудниц. Уйду. Ну, и предложу же им через меню лагеря, значит, завербовать некоторых из ваших пленников в свой отряд. Да, они принимают предложение, я их беру и отдаю в гарнизон. Все, даю в гарнизон. И у меня здесь есть 12, и я сейчас возьму еще 8 блудниц и войду в форт. И с капитаном форта
поговорю насчет этих блудниц. Угу. Все. Кое-кто из воинов моего отряда должен занять место в рядах гвардии. Хорошо, я внесу изменения и так далее. Ну, кое-кто это всего лишь блудница. Ну, кое-кто это, наверное, такое, как сказать, ханжинское такое. Да, кое-кто. Все. Так, значит, арсенал форта, я их посмотрю. О, в арсенале форта у нас только еда. Все, назад. Это все. И я ухожу. Вообще-то можно было... Ну, не хочу просто... О, здесь есть саранинский караван. А, отлично. И у меня отряд, значит. У меня здесь 8 лучниц гвардии. И я отсюда еще забираю 12 лучниц гвардии. Так. И заберу, как я говорил, 7, где-то 70 людоловов. Наверное, 70. Не больше. Больше, наверное, мне не надо будет. А, это самое. Больше отряд. Так. Ну да. Посмотрим. Если надо, будет вернусь и наберу еще. Так. Уйти и, значит, отряд. Это у нас тот же самый Дасон. Мы с ним поговорим. На его имущество. Значит, сбросим. Что тут у нас? Ашпис, щит хиргитского. Нет, хиргитского скакуна. И это мы не будем сбрасывать Дасону, неважно. Значит, хиргитского скакуна мы все-таки отдадим Ханне. И вообще, зачем Хане хиргитские скакуны? Мы отдадим их Жасусу. Ага, на твое имущество, Жасус. У Жасуса тут полно имущества, которое нахрен вообще-то ему не надо. Ну, мы ему отдадим этих хиргитских скакунов. Ну, тут укороченную боевую косу какую-нибудь заберем. А, нафиг не нужна нам сейчас. Мы ее просто тупо продадим. Так, и мы сейчас этому саранинскому каравану пихнем все это барахло. Угу. Да, торговать с тобой. И мы ему торгуем. О, да ладно, эту лошадь там есть, эти хиргитские лошади. Буду за каждой лошадью тут дергаться. Угу. Так, дофига этого лута. Продаем каравану, все, продолжить. И продаем этому, отдаем наем нескольких воинов. Гвардейских тяжелых пехотинцев двоих, нескольких воинов. Тяжелых мечников тоже двоих. И нескольких воинов, гвардейский сержант. Тоже двоих. Отлично, все, уходим. И у нас сейчас отряд 117 человек. Тоже нормально. Сохранюся. Ну, здесь еще есть даже и свадийский караван. А может, мы кому-нибудь из свадийского каравана можем отдать. Нет у нас тут лишних людей. Хозяин пиратский, вегирский, пеший наемник, саранинский конный наемник, норский наемный, норский лучник, благородный гвардеец. Не, у нас тут отличный набор воинов. Тут, правда, конных воинов 93 человека. Хиргитские конные наемники, конные лучники наемники, свадийские конные наемники. У нас много конных наемников. Свадийских 99, киргизских 95 и саранинских 67. Да, это хорошо. Это хорошо. Вегирских, правда, конных у нас нету наемников. Ну и, в общем, у нас нету их, потому что мы сейчас воюем за вегиров. Так, ну ладно, еще раз зайдем в Венгард. Да, ну я не знаю, как мне проверить это все. Да не будем мы заходить уже, все, ладно. Так и быть. Так, ну и теперь поедем в Киргизстан этот. Проверим, что тут делается.
кого тут побить, в общем-то, мы ожидаем. Вот Хармар Патруль, подходящая. Значит, 17 их. 7,4, я их просто не догоню, небольшая скорость. Потерпел поражение, но смог бежать. Хиргиты, наверное, скорее всего, все в этом самом. Вот боярин Белгар у нас тут бегает нормально. Грабит караван. Угу. Поможем Белгару. Не знаю, нуждается он там, Тулух у него. Нуждается ли он в нашей помощи? Неизвестно. Давайте поможем атаковать противника. Да. Просто конницу посадим верхом. Все. И наши лучники побежали. Грейс тут. Новый созданный Грейс. Понятно, что мы разнесли их. Просто тут какой-то несчастный караванчик. Да, да. Ух ты! А кто это такой? Вот этот, наверное. Мира, да, конечно, я, кто-то у меня будут, значит, эти самые, у врага все-таки осталось два человека, мы просто атакуем сейчас быстренько. Пару киргизских конных лучников. Я вообще-то буду поменьше пытаться. Боярин Белгару, приветствую вас, Вен. Теперь надо бы брать их. Ну, все. Ну, есть у нас один киргизский садник, который мы возьмем. Можно было Белгару оставить, но ладно. Значит, я буду пытаться поменьше все-таки комментировать во время боев, потому что голос у меня не самый громкий. И, значит, как сказать, техника это самое у меня не самая лучшая, будем говорить, не самая там навороченная, поэтому ну плохо со звуком во время битв, плохо в смысле не со звуком, а плохо с моим голосом. Да, я пробовал снижать повозки с походным арсеналом, я пробовал снижать, конечно, этот самое, ну, звуки в игре в самой. Да вот это мы отдадим. Вот это вот свежее. Свежайшее почему-то. Непонятно почему. Оно было обыкновенное, а потом вдруг резко стало свежим. Да, ну, свинью мы затащим туда повыше, потому что, ну, говорят так, я не знаю. Посмотрим, действительно, может и правда ее съедают побыстрее так. Эти, то, что сверху. Так, ну а это мы, короче, все дадим уже Жасусу продолжить путешествие, отряд. И, значит, где-то у нас тут Жасус. Поэтому я буду стараться как-то поменьше все-таки комментировать во время боя на твое вооружение и снаряжение. Мы тебе Жасус отдадим. Давай вот этот рыцарский каленый щит у тебя заберем, а тебе дадим хиргитскую охотничью лошадь. Ну, одноручный топор, сараничный. Сараницкие сапоги, одноручный топор тоже заберем. Не нужен нам уже топор. Щиты всадников тоже, в общем, не нужны сараницких. Как-то так вот. Вот так вот. Вот эти рукавицы пусть еще будут, конечно.
Ну, собственно говоря, и доспехи вот эти надо продать. Вот этот оставим. Шапки эти по 50 тоже. Ну ладно, уже места нету. Да, ну короче, я создавал эти самые, как их говоря, ну этих, вернее, не создавал, а переодевал своих ребят. Ну и я, короче, за это самое. Кто-то из них, конечно, будет лордом, вассалом. Ну, три вассала это 100% будут. Это, наверное, тот же самый свадийский тяжелый мечник, свадийский сержант. Это тот же самый караван, с которым я торговал. Кто-то из них, конечно, будет. Ну, вот караван свадийский. Вот, поеду, продам ему все это. Ага, Эмира. Эмира что-то рассказывает. Лизалит достойный член. И, короче, именно Эмире я и хотел сказать. Эмира не будет у меня. Никогда не будет лордом. Потому что она, у ней плохие отношения с Матильд. А Матильд, это понятно, что Матильд это будет маршалом. Я всегда делаю Матильд маршалом. Но это не то, что там обязательно. Это вот я так делаю. А там, кто как хочет, кому что нравится. Но у меня Матильд всегда маршал. Всегда это получается удачно. Все. Ну, когда бывает сначала, она не очень там это самая прокачанная, то я назначаю маршалом, если у меня бывают какие-нибудь левые хорошие эти самые лорды. Ну, в общем, всегда маршалом у меня бывает Матильд. Так, а норды тоже воюют с эти самые, с хирхитами. А ну-ка посмотрим. Фракции. Норды. Да, тоже воюют с хирхитами. Хирхиты вроде как со всеми воюют, да? Ой, господи. И со свадами, и с вигирами, и с нордами. Ну, что-то хирхиты, конечно, перебирают. Перебирают они. Конкретно перебирают. Ну да, 1760 человек. Конечно, имея 200 мергенов, можно, конечно, не иметь арбалетчиков. Все больше мечников и мечниц. 317 кишектенов. Ну, кишектены, в общем, собственно говоря, это как... Ну, пехота, если при обороне города. Вообще не знаю, почему так сделано. Можно было бы сделать каких-нибудь отдельных юнитов, наверное, для того, чтобы они, ну, как были... Хотя, собственно говоря... Хотя, собственно говоря, вот сейчас мы Сибулу, короче, бахнем Сибулу, да. Угу. Он, ему приятно меня видеть. Ага. Ну давай, Сибула, сдавайся. Что-то командует. Ну это все еще остатки этого профессии Пенна. Здесь тоже будет, говорил, это самое, как его. Ну все эти построения, батлы все эти. Ну дело в том, что здесь будет совсем другой прибатл, там уже я видел этот такой прибатл, этот там немножко будет такой более расширенный, как-то, ну не знаю, ну видно будет, точно не могу сейчас сказать, значит, ну я видел там в одном моде, как оно выглядит примерно, вот это вот, там USB, это, ну там, ну короче, видно. Так, ух ты, пока болтаю, меня убьют. Так. Где он там этот хирит? А ладно. Да девки его забили уже сейчас. Все. Шара убила Бахадура. Это был Бахадур, кстати. А. И я убил Бахадура. Еще одного Бахадура убил.
Шарлуштен. На стрельбу из лука 209. Смотри, так я научусь стрелять из лука. Ну, в общем, вот эти битвы с хиритами, конечно, они вот это вот... Чем они вот это что нудно, нудновато? Потому что, ну, понятно, что они, ну, шустрый, как поросячий хвост, крученный. Особенно, я говорю, не уже не, кишектены и мергены, а эти самые. Всадники и конные лучники. Они еще слабоваты для того, чтобы для прямого, как говорится, такого... Ну, боя, да, для прямого. И они, короче, так крутят, не хотят вступать в битву, поэтому они... Поэтому они начинают это вот крутиться, ездить. На. Кто это летит такой? Куба, это сестра меча у них. Что это моя сестра меча, ну-ка. Уже кого-то из моих девок ранили. Джасуса оглушили. Я, наверное, забыл их опустить, да? Дай, дай ей. Да, такая подруга, что еще и ему даст. Бронированная лучше, она не такая поворотливая, конечно. Ух ты, как она кричит, она какая-то грозная, а? Да, все. Мы их победили, да? Лорена застрелила ее. Ну да, вон стрела торчит. Да, и шо? Мы разбили врага. У нас убито 4. И ранено 13, в общем. Я не посадил этих самых на лошадей, да? Сибула. Ну, у меня есть тут степные разбойники, карахиргиты, кишектены, мргены, бахадуры. О, я не знаю, с бахадурами можно их? Наверное, нельзя. Я не посадил их. Вот в чем дело-то. А? Я ж хотел их посадить на лошадей, а я взял их и не посадил. Ну так вот, парень. Угу. Что мы здесь имеем? Доспех хиргитского наёна. Нам не нужен хиргитский скакун. Хиргитская лошадь. Хиргитская охотничья лошадь. Да, все. Ну, все остальное топоры. Вот это уже не надо нам. Все остальное мы берем, короче, на продажу. Да. Я не сделал этого. Вот в чем дело, лучница гвардии. Поговорить с тобой. Значит, я хотел бы выбрать тебе оружие и снаряжение. Да, он теперь эти охотничью лошадь. И, значит, боевой лук конной гвардии. Так, и стрелы гвардии. Стрелы конной гвардии. В общем, разницы никакой. Какая разница, непонятно. Наверное, еще одну лошадь им дал на выбор. И еще стрелы конной гвардии им дам на выбор. Вот и все. Так, все. Угу. И вот они, наши лучницы гвардии. А куда мы их определим? Определить их стрелки, конницу, конницу, да. Да пусть будут стрелками пока. Ладно, посмотрим, как они себя ведут, а тогда посмотрим это самое. Шо и как. Я же специально хотел этих девок проверить на хиргитах. И взял не это самое. Ну а теперь надо ехать где-то искать, кому продать это все. Барахло, которое мы выбили из Сибулы. Ну да, из Жасуса надо ниже. Конора ниже.
Стивена еще ниже. Так, Жасус, поговори с Жасусом. Угу. Ну твою имущество за Жасус. Ну а что, какое имущество у Жасуса? Имущество все то же самое, лошадей. Зачем, правда, мне столько лошадей, я не знаю. Наверное, мне не надо столько лошадей. Зря я набираю их, надо будет, наверное, продать. Ну ладно, пусть пока будут. Продадим это, а потом тогда будем думать про лошадей. Граф Тредиан из королевства Свадия получает владение Таздар. Стоп, Таздар. Это же ж... Это не вигирская деревня, не. Угу. Ты уже перепугался. Таздар показала, что это вигирская деревня. Думаю, нифига себе. Когда это они успели что-то захватить, если мы с ними не воюем? Ну, в смысле, перепугался не за деревню, а перепугался за то, что я должен выбивать с них лут, который мне сейчас нужен. А я не выбиваю, потому что мы с ними не воюем. Угу. Да, конечно, принять. Господи. Продолжить. 7500 перемещено в казну. Да. Так, значит, посетим таверну. Ну, мы ждем же, когда... нас позовут на свадьбу. На нашу свадьбу. А? Так. Привел несколько пленных. Кишиктенов я продам. Хиргизских садников продам. Мергенов продам. Бахадур тоже продам. Вигирских метких продам. И сараницких тоже продам. Все. На рыночную площадь. Торговцу оружием. Мастерских двуручный меч гвардии. 12 тысяч. Имею такую возможность. Надо купить. Отбалансированный двухручный меч. Тяжелый рыцарский шестопер. Мы сейчас посмотрим, что мы купим здесь. А что не купим. Ну, надо бы купить, наверное, мастерский. Девки мастерскими мечами будут лучше махать. Скорость 96. Двухручник 50. Рубящий укол 36. Требуется сила. 14 нельзя использовать на коне. У них сила не 14, у них сила 12. Тяжелый рыцарский шестопер мы возьмем. Вигирские стрелы, мастерский короткий лук, бронебойные. Большой двухручный меч. Отбалансированный двухручник. 2,5. Да возьмем отбалансированный. Я бы взял и мастерский, но дело в том, что у них по 12 силы, а не по 14. По 12. Угу. И когда у них будет 14 силы, это да, как-то неизвестно. Мне он не нужен. У меня есть вот длинная, большая, отличная секира. Прекрасная секира. Но никакой меч с ней не сравнится. Ну ладно, все. Посмотрим лошадей. Резвая, вигирская, русская. Так, нет. Ну и все, вернуться, уйти. Дадим нашей Аве. Кому Аве дадим? Ну давайте дадим Аве. На твое вооружение, снаряжение. И мы дадим отбалансированный двухручничек. Так, а большой двухручничек мы дадим кому-то, у кого у нас там... Большого двухручничка нету. Это, наверное, Шиара. Ну, поговорим с Шиарой. Вооружение, снаряжение. Да, у нее свадийский двухручник. Мы дадим ей большой. Ну, почему? Ну, потому что свадийский длиннее на 10 сантиметров. Все, неважно. И, значит, мы амбрежешь. Опять же, да. Получим свадийский двухручник. Не знаю. Наверное, я не буду больше делать лучниц. Ну, все-таки такие длинные списки отрядов мне не особо нравятся. Так, в общем-то. А так, почему бы их не делать? Ну, не буду я больше делать, хватит, наверное.
Просто длинный список получается. Что-то надо с этими списками делать, я не знаю. Это один, наверное, из минусов какой-то, когда много этих самых НПСов. Не знаю, может что-то будет. Но я вообще не представляю, что здесь можно сделать для укорачивания этих списков. Разве что ограничить общее количество НПС каким-то образом, чтоб, ну, которые набираются в отряд, не знаю. Возможно, такой вариант возможен. Что, допустим, нельзя будет взять там больше 5 пехотинцев и 5 этих самых коников НПС. Так, Хана, поговорим с Ханой на твое вооружение и снаряжение. Ну, Ханы, тяжелый рыцарский. Так. Хана. Катарина, поговорить. На твое вооружение, снаряжение. Тяжелый рыцарский у Катарины. Так. Саманта, поговорить. На твое вооружение, снаряжение. Тяжелый Моргенштерн. Дадим тяжелый рыцарский. Надо бы ей, конечно, какую-то шапку получше. Ну, где взять? Не, у меня там есть какие-то. Я менял, но я ж не всем, во-первых, менял. Есть вот пара шапок черных, правда. Ладно. Вот еще тяжелый рыцарский есть. Ну ладно, пусть будет. Тяжелый Моргенштерн кому-то будет из них. Хотя почему кому-то? Что у кого там они есть? И миры есть. Поговорить. На твое вооружение и снаряжение. Ну, простой Моргенштерн. Готово. Почему-то выше среднего у Эмиры. А ну-ка, Лукас. Выше среднего. Саманта выше среднего. Людоло выше. Почему-то у них упало это самое. А что у меня там с вещами? Не знаю. Давайте попробуем выпить в этом самом, в таверне чего-нибудь. Чтобы у них поднялось. Это самое. Хозяин таверны неужто спрашивал тебя о цене, торгаш, наливаем, мы хотим веселья, 2400. Он пославно будет твои дни, пусть удача сопутствует тебе на полях сражений, все мое вино. Мое вино разожжет огонь в жилах твоих храбрецов, превратит их в героев, возвращайтесь всегда и как можно большее число раз. Я буду ждать и днем, и ночью мои двери распахнутся для моих дорогих гостей. Да, прощай, я должен покинуть тебя. Уйти, и мы ушли, и покинули его, этого гостеприимного. Это что это такое было? А, это я пил. Это время на питье вина. Да, здесь есть время на питье. Не просто там хлебнул и побежал, а ты еще сел и крепко напился, похмелился, отоспался. Так, все, поедем ловить хиритов и мирза из гарнизона замок Унузда. Забрал 69 бойцов. Ну, до Унуздака далеко. А так бы можно было, конечно, там половить и мирзу вокруг Унуздака. Так, перемирие между королевством Радуков прошло. Караваны. Ну, я еще ж не проверил этих самых конных лучниц на хиритах, поэтому я сейчас буду искать какой-нибудь хиритский. Ну, надо только, чтобы не влезть, а то как будет, как с этими самыми, с теми радоками, которых я еще не простил. Что вылетят где-то. Опа, а кто это у нас? О, это у нас на Йон Хугу. Хугу! Мы догоним Хугу и разорвем его. Так, все. Ага, мое имя Вен, запомни его, вскоре ты не раз обо мне услышишь. Я Найон Хугу, сын Найон Таню и владетель Ташкулун. Так, Найон Хугу, сдавайтесь, дерзкий червяк, сейчас получишь. Свои коницы. И стрелки у нас тоже, по-моему, все стрелки конница, это значит тоже сесть верхом. Надо было все-таки в конницу перевести. Но однако они сейчас садишь, они кем будут? Не, надо их, наверное, какую-то отдельную сделать гвардии или как. Лучница гвардии.
Вон лучница гвардии оглушила Мергена. Пока что... Пока что с лучницами гвардии неизвестно что. Пока что о них мало что слышно. Лучница гвардии. Лучница гвардии убила Пешектена. Глушена лужница гвардии. Ну, в общем, пока что нечего не сказать. Ну, такие средненькие лужницы конные. Я пока что не видел еще ни одну. Так что кто-то меня стреляет. Мешайте смотреть за лужницами. Где эти лучницы? Что-то ни одной не вижу. Где они там воюют? С кем воюют? Ну, в общем, такие уверенные. Мергенов валят, Кешектенов валят. Ну, и их валят, конечно, потихоньку. Ну, девки такие уверенные. Ну, наверное, их надо отнести к гвардии все-таки. Создать какую-то группу типа гвардии, отнести гвардии. Где эти лучницы? Ни одной не вижу. А, вот, наверное, лучницы. Лучниц гвардии 2 ранено, у меня всего 5 ранено, у них убито 27, ранено 8, да, продолжить, Хугу убежал, ну и слава богу. Не хотел бы я с ним беседовать. Так, готово. Доступ к вещам. Тут опять у нас скакуны. Я же говорю, скакуну у нас будет завались. Вот лук киргизского Мергена. Скакунов у нас будет завались. Киргизские стрелы, киргизские стрелы. Как только начнем воевать с киргитами, сразу. Так, собрать остальных 24 вещи. Угу. Отряд, ну, в общем, нормально, эти лучницы пойдут. Но только их надо, короче, перевести в какую-нибудь группу, например, вот эту. Эту группу переименовать, например, гвардию. Пусть будет гвардия. Пока что у меня нету конных лучников, поэтому будет гвардия. А может, лучше в конных лучников их переименовать. Попробуем. Конные стрелки пусть будут. Ага, хорошо, все. Закрыть. Конные стрелки. Ну, у нас тут есть тоже. Джасус, например, может быть. Карахиргиты у нас. Ну, карахиргиты пусть будут конница. Лучница гвардии пока пусть будет конным стрелком. Хотя у нас достаточно других кандидатов конные стрелки. Так, Асуган забрал 63 бойца из гарнизона замка Асуган. Берин Брача из Великого княжества Вигиров был освобожден из заточения. В Учамуре тоже никого нету, но в Учамуре что-то мало. Кешектены, ополченцы, арбалетчиков здесь много, ополченцев. Ага. Они забирают людей. 406 арбалетчиков и 255 арбалетчиц. В общем, я думаю, что... Опа, чаулка. Давайте чаулку еще побьем. В общем, я думаю, что если будут переделываться какие-то осады, то все, то вот это такое огромное количество арбалетчиков, это, конечно, будет проблема. Стычки, я надеюсь, больше не повторяться. Надо все-таки, наверное, кого-то из них оставить в этом самом. Оба, Дундуш, 171 человек.
19 мергенов и 151 кешектен. Сопровождает Найон Крамун. Сейчас он меня может валить, конечно, этот дундуш. Но мы попробуем, если что, сбежим. Я его только отпустил же из плена, дундуша. И у него уже 170 человек. Я же говорю, тут с этим делом. Так, и значит мы конницу снимем с этим верхом. И конных стрелков тоже вверху. Посмотрим, что нам дундуш. Ну, лучников мало, там посмотрим. Там девки валят, стреляют себе. Лучницу гвардию убил, да. Как металл звякнул прям. Сейчас Ава нарвется. Да, мрены непростые ребятки. Надо понимать. Все эти кишектен. Не говорю, шустрые, быстрые лошади. Ну все такие, ну, как он? Раз. Без усилий оторвался от меня и все. Куда я на своей кляче, например, могу его догнать? Он три круга вокруг меня успеет нам удать. Вот я ударил, пока сейчас моя лошадь развернется, он уже все. Мог бы ускакать, куда захотел бы. Потихоньку улучшают лучниц гвардии уже. Пару убили, у меня подкрепления прибыли. Опять лучницу гвардии убили. Да, ну такие уверенные лучницы, средние. Такие, ну не средние, конечно, а такие уверенные. Этих лучниц. Гвардия вот тем отличается, что ей можно поменять оружие. Пехота сделать можно, сделать конницей, кем угодно. Ну это хорошо, конечно. Зараза какая, а? Говорю, ну.
Эти двухручные сабли у них вещь хорошая, конечно. Да где он? Я же его не убил. Где он там ползает? За лошадью не видно. Хитрый как, прячется за лошадью. Это серьезный товарищ попал. Все, наконец-то я справился. Угу. Что там мы? Ну да, лучницу убили. Я же говорю, здесь нет забегов, здесь нельзя там прокачать какую-нибудь там часть войска была прокачана, остальная, значит, будет там из какого-нибудь мусора, чтобы на один забег хватило. Здесь полностью все. И вот их, у него этих кишектенов тут завались. И понятно, что я всех этих лучниц своих потеряю. Или ранеными, или убитыми. Все, я уже их потерял. Все, я перешел на 26 уровень. Ну а если людоловов я могу, допустим, легко достаточно восполнить, там, и то лучниц гвардии мне восполнить не очень легко. За каждого, во-первых, надо платить 300 копеек, а потом ее надо еще где-то взять, эту блудницу. Ну это я только пробую, потому что я же говорю, что я не буду это самое их. Лучше использовать конницу против хиргитов. Зачем? В принципе, у меня и так достаточно много конных лучников. Я только смотрю, ну нормальный, уверенный боец, достаточно средний, я же говорю, единственное, в общем-то, единственный плюс у гвардии, это то, что, значит, широкого спектра действия, будем говорить, как антибиотик широкого спектра действия, можно достаточно широкий спектр оружия навешать на нее, можно посадить на лошадь, можно с лошади снять, сделать, значит, лучницей, можно сделать пехотой, наверное, можно тяжело как-то вооружить. Вот. Но однако вот она, этого Шектена, короче, отходила своей дубинкой. Просто что их много, они у нас один ее со всех сторон попадут, надо ее выручить. О, все оглушена кишектеном. Я же говорю, здесь такой номер не прокатит, что там. Здесь уже надо иметь как бы общее преимущество. Потому что у него там этих кишектенов там что с лишним человек. И каждый из них вон парень гвоздь без мыла и без молотка. Любую дырку. Сейчас я его только отпущу, через 5 минут значит, реального времени, он опять уже будет бежать, у него опять будет банда 170 человек, которых он возьмет в замке Малаю. А в замок к нему подойдет подкрепление, которое опять превратится в Мергенов, Кашиктенов. Ну тут дело вот в чем плохо, что здесь надо будет. Ну в общем, каким-то образом это компенсируется. Я могу, значит, как дезертировать это самое брать себе. Не может же этот, допустим, тот же самый, ну, дундуш этот лорд, значит. А и не может набирать дезертиров. А я могу набирать дезертиров. Это уже какой-то тоже, ну, как-то выравнивает. Ну, в общем, я же говорю, что они берут, ну, может, как из бездонного колодца черпать из этого замка. Ну, посидит он сейчас в замке там какое-то время. Набежит к нему это самое. Опять новая бригада. Пока он со мной воюет, подкрепление подходит. Так интересно, мне кажется, что так интереснее, конечно, чем, допустим, в том самом нативе, где этот
этих, как и ополченцев, полные замки. Ну что эти ополченцы? А тут пойди попробую взять замок, когда там сидит 300 лучников, еще 200 арбалетчиков, а? Или тут город. Ну, город сейчас, конечно, полегче брать, потому что там все-таки это самое, это ополчение. Ну, замок, я же говорю, как ни крути, а надо где-то один к одному иметь как минимум прокачанное. А если не прокачанное, там меньше, менее прокачанное войско, то уже надо и больше, чем один к одному. Да, достаточно длинные битвы, конечно, достаточно интересно, так вообще, ну так вот, я вообще люблю такие вещи, мне нравится вот это вот. Ну а смотреть я не знаю, насколько это интересно, ради бога, если не интересно, значит надо писать внизу под этим самым, под видео, что там нафиг, я тогда буду эти как битвы как-то сокращать, вырезать или что. Все, мы покатили. Дундушек, который раз уже, наверное, на вторую порчу огорчается. Шо ты огорчаешься? Ну, потери у нас. Ну, убито 38, ранено 58. А что ты хотел? У него убито 70, ранено 101. Один к двум потери у него больше. Шо ты хотел? Еще у него кто-то есть. Борча огорчается. Борчи просидели в лагерях, ничего не видели. Тренировочных, те начинают скандалить, огорчаться. Ну что сделаешь? Ну погорчается немного. В общем, если не нравится, можно и пинка под зад дать. Ух, кто это там так свистит? Свистуха летает. Еще раз борщ огорчается. А шо на этот раз? Хиргитов жалко, шо ли? О, 95 кишек тена мы взяли в плен. И 5... Мергенов, ни хера себе. Что-то много. Доступ к вещам. Ну а что тут наши вещи опять? У нас есть лук. Лук хиргитского мергена есть. Ну вот это мы все, короче, вот так вот отдадим. А вот это вот возьмем. Да. Конор переходит на 20 уровень. Саманта у нас перешла на 24. Не, на какой уровень? Сейчас посмотрим. В твоих навыках. На 23 уровень. Перешла у нее. Интеллект 15. И мы ей дадим упаковочки. И перевязочка ран. Она, Саманта. На твое вооружение, снаряжение. У команды все хорошо, кроме шлема. Кроме шлема, назад. Неважно. Шиара, поговорить с Шиарой. О твоих навыках, Шиара. У нас 16 ловкости. Ну, все, все, гуляй, Шиара. Все, пока что. Пока не набьем тебе, значит, это самое, Катарина. Поговорить о твоих навыках. А, 14 у Катарины. Угу. Добавим ей зоркости и обучение. Древковое, готово. Неважно. И значит мы хана на твое имущество. И дадим мы хане, значит, отдадим луки, и все-таки отдадим этих скакуну. Уже охотничьих не будем брать, а скакуну пока что брать будем. Хиргитские луки нам тоже особо не нужны. Все остальное будем продавать, да. Не, еще, наверное, еще один, на всякий случай, скинем еще вот эти вот щиты. Хиргитские. Ну так, я не знаю, зачем они, ну мы скинем их. Ну, может быть, им понадобится. Так, Конор, поговорим с Конором. Значит, о твоих навыках, Конор, и у Конора будет 15 ловкости, и у него будет верховая езда 5. Владение оружием 5 и владение щитом 5.
и стрельба из лука. Вот так вот поговорить с Конором, значит, неважно, Конор, Жасус, поговорить на твое имущество, и мы возьмем у Жасуса киргизского скакуна, который дадим Конору. На Конор, поговорить. Угу. На твое снаряжение. И Конору мы дадим хирийского скакуна. Охотничью, значит, лошадь хирийскую мы. На то. Так, прекрасно. Ну вот, что тут у нас? 100 человек, 36 живых у нас еле-еле. Нам надо как-то, значит, пропетлять углами какой-нибудь Ривадин, Дерим и туда-сюда и так далее. Сейчас мы наберем каких-нибудь еще конных лучников. Лучше мы, конечно, добрались до Венгарда. Да, Борча. Эй, командир, пожалуйста, поймите меня правильно. Просто жизнь сейчас очень тяжелая, превращать любую. В чем здесь тяжесть жизни к битве, непонятно. Что это такое понаписывал. Угу. Я учту твои претензии, теперь вернись в строй. Вот так, по-простому. Вот он, замок Малаюр. О, да тут он вытаскал серьезно. У него всего 347 человек. Но все равно, вон. 281 кишектен, 66 мергенов. Сейчас он сейчас опять наберет 170 тех кишектенов. И прекрасно все у него будет, замечательно. Ну, мы едем, значит, в Венгард. Где мы, короче, в Венгарде сейчас. О, тут, наверное, Мирза. Ну, нет у меня сил сейчас на Мирзу. Тупо нету сил. Надо набрать новых людей. Здесь мы, у нас лучниц гвардии битых мы оставим. Но они нам не нужны сейчас, эти лучницы. Я же говорю, это только мы проверяли отряд. Значит, так вот. Лучница гвардии. Они не будут конными стрелками, они будут стрелками сейчас. Мы с ними поговорим. Вот в чем дело гвардии. Так, я хотел бы тебе выбрать оружие и все остальное. И мы сейчас забираем их. Лошадей. Угу. Забираем лук и даем боевую лук гвардии. Все прекрасно. Все. Наши девки опять. Все. Это уже будут лучницы. Вот они уже лучницы. Все, готово. Вот в чем прикол этой гвардии. Что мне нравится, конечно, тут. Что я могу с этих гвардейцев дать им топоры там громадные. Секиры или там какие-то кувалды, или посадить на лошадей. Так, будем управлять гарнизоном, и значит лучниц гвардии мы отдадим. Угу. У нас было 70 людоловов, осталось у нас этих людоловов 35 людоловов мы потеряли. И мы возьмем, значит, наберем до 70, значит, людоловов. Общее количество, чтобы было, да. И мы здесь, значит, возьмем. Где-то у нас здесь были киргизские конные лучники, наемники. Вот так. Я не знаю, наверное, надо их определить в конные стрелки. Угу. Ну и тут сараницкие конные, лучница гвардии, пеший конный, пират, шкипер. Гирские баши, атаман, наемник, наемный стрелок, норский лучник, благородный следопыт, гвардеец, блудница, людолов, конный воин, профессиональный командир отрядов. Кстати, командир отрядов, конные разведчики, тоже это хорошие, ну пусть они пока побудут. Кстати, о командирах отрядов. Так, охранник каравана и караульный мы тоже заберем. Угу, готово. Уйти, лагерь, предпринять действия, назначить, вернуться, продолжить путешествие. Итак, ну нам надо ехать, конечно же, в Шарис. Да, в Шарис мы поедем, где мы там поднаберем немножко этих самых. Тут людоловы есть, но нам надо еще людоловы. Людоловы у нас маловато. Такой расход, что я же говорю, что в предыдущих версиях такого количества людоловов было бы, конечно, достаточно. Ну так, и что мы будем делать дальше? И мы будем дальше, значит, увеличивать харизму. Да, да, харизм. Нам нужна харизма. Скорее всего, мы будем увеличивать харизму.
и обучение. Мы будем качать только, значит, уже нашего. Что у нас там? Стрельба из лука 210, двухручная, одноручная древка. Ну пусть это будет. Будем применять, тогда что-то будет меняться. Все. И теперь нам надо ехать в Шарис, где мы продадим пленных, продадим барахло и немножко, значит, опять переформатируем свою армию. В общем, за серию 3 битвы это нормально, или сколько там, да, 3, это нормально, да. Ну все, когда-то мы ждем, в общем-то, когда там этот уже Крахаск уже соберет эту, ну, свадьбу и все остальное. Так, ну все это будет, конечно, уже, наверное, в следующем видео, да, да. Ну а пока что все.